Всем доброго дня, отличного настроения. Ну а я сейчас буду рыбку резать на бутерброды. И еще одна тарелочка такая же стоит. Я даже маслом не поливала, она сама дала сок. Форелька. Без косточек. Всем отличного настроения. У меня прям такой заряд бодрости. Приготовила специально тарелочку под рыбку. Ой. Вкусный обед. Хочу сразу разделать, ну то есть такими мягкими кусочками. Все свеженькое. Порезать, чтобы удобно уже на готовый бутерброд. Так даже удобнее. Вдруг я где-то косточку пропустила, так режешь, и все видно. Вот что значит самим засаливать рыбку. Свежатенько. Погода что-то такая не очень. То ли дождь был, то ли снег с дождем. Вот столько рыбки получилось. Ну, так немало, да? Угу. Ну, сейчас будем бутербродики. Собираемся на улицу хоть маленько проветриться. Второй день дома. И надо хоть прогуляться, правда, проветриться. Девчонки, ну мне уже нормально. Вот, во вторник, обещаю, я пойду в больницу обязательно. Пойду в больницу, мне надо еще кое-что с этим разобраться. Помните, я говорила, проходила флюорографию, и то ли киста, то ли фиброма, короче, вопрос такой, знаете, вот это решить тоже. Вот. И с давлением обязательно. А по поводу телмисты, это мне также врач индивидуально назначал. Я уже пью больше года. Блин, и вот только пачку вот эту за 1300 купила. Вот, каждое утро я его пью. Так, ладно. Прогуляемся, хоть немножко настроение себе подниму. И так, сейчас сходим в Ленту. Хурму хочу купить, прям хочу хурму. Вчера вечером шарится в холодильник, блин, хурмы нету. Яблоки есть, хурмы нету, еще мандарины остались. Так, и кефир, давно кефир не пила, хочу кефир. Я же говорила, да, наверное, утром, что... Ой, утром, днем, до часу дня спала. Вот, так что отлеживалась, отсыпалась, ничего не делала. Ребята вышли на улицу, такой ветер опять поднялся. Помните, вот недавно у нас был ураган. Все ходуном, смотрите. Блять, а мы попиздили вот этот в Ленту, забудьте, французский. А утром ты ходил, не было? Вот такие вот, да? Сейчас все опять попадает. К Ленте подходим. Вот так вот, видите, флаг раздувает. Такой ветер. Вот такая слякоть. Что попало? Плюс 2 градуса. Нормально, сейчас в 5 часов. Вот эти прикольные. Ну, такой для лета. Да, холодок. Мне нравится такое качество. Такие вот кофточки, они ничего так. Не, ну а что? 2000 в Ленте мы смотрим. Ну, такая плотная. И прошита, в принципе, смотрите, нормально. Замками кофту не носишь. Почему? Я наоборот, где-то замками. Я наоборот хочу последнюю с замками, а не через горло. Ой,
через голову одевать. Вот такие штучки мне всякие деревянные нравятся. 200 рублей, бля. 169, тоже прикольно, да? Вот это вот 59. Классно. А вот это что, я так не поняла. Домик. Зимние дома. А, вот он его как складываешь. Вот это тоже прикольно, да, смотрится? 200 рублей. Это 300 рублей. Вот мне еще понравилась игрушка. 300 рублей. Типа книги Чук и Гек, Морозко, Щелкунчик. Коллекция посуды новогодней. Смотрите, какие классные. Это побольше тарелочки. Вот тут тоже. Вот тоже классные. С оленями. Да с оленями тоже. Вот это как продажи, же... да? Потому что дарить. Да, да, да. Сейчас же год дракона. Вот такие чаи появились. Видите, с такими рисунками. Да. Красота. Ну, вообще, вот так погодка сносит. Кошмар. Пашке штаны ходу. До дома бы дойти, сейчас сам ехать. Холодный. Вот входили плюс 2. Руки замерзли все. Над нами, что ли, 47-ю. Пошли посмотрим. Подожди, да кто-то 47-ю? Это же 5-го приехали. Это же на обладе. Слушай, а в нас, что ли, топит? Топит 4-й, 3-й, так. Топит. А значит, выше. Пойдем. Блядь, а вдруг и нас тоже. Да, давай. Они перекрыли. Сейчас у нас они перекрыли. А кто живет вообще-то? А я не знаю. Вы там новенький? Не знаю. Бабушка там, бабушка. Ну, жила. Она не живет сейчас, что ли? Да там новенький, наверное, на девушку. Вызывайте, если там, наверное, снимают. Вызвали сейчас, я уже вызвала аварийную. И что, сильно вас затопило? А? Сильно затопило? Ну, не сильно. Потолок уже надо, желтый. Это в ванне или где? В коридоре, да, в коридоре и идет между ванной и туалетом, вот оттуда, сверху. Я поняла. Пипец, а вдруг у нас тоже что-нибудь? Какую воду-то отключи? А воды... Паш, воды вообще никакой нету. И что сделают? Включат? Ну, а пока никак включат. Пипец. Я вообще в шоке. А мы взяли только минералку, купили. Мы даже сейчас не сможем в туалет смывать. Я вообще в шоке. Кто-то с 5-го этажа топит на 4-й. Ой, на 3-й. Ну, воду перекрыли. А из-за чего? Не знаю, кто-то. Есть там налить? А что, у них там кран есть или как? Да крантики-то есть, Лен. Они здесь заглушки, Лен. То есть крантики вот стоят. Ну, хотя бы в туалет. Ладно, Пашка пошел сейчас воду обычную купить. Да падает спасение. Да ну сейчас они вызовут, что ты перекрываешь? Если что, две бутылки купи, дешевую вот этой. Пиздец какой-то. Я что там слышу, там что-то взорвало. Да, кипиш такой вообще. Ай, блин. Еще ветер вообще, я в шоке. Сейчас такой ураган опять.
Ну и вот как не метеозависимым быть? Сейчас Славка еще приедет. Я еще как чувствовала, я говорю, минералки, просто хочу пить минералки. Ветрище, капец. Они будут выпивать, я буду кефир пить. Хлеб, слушайте, хлеб в ленте обычный, который привозной, вот этот беляевский, цена вообще, не поверите, 75 рублей дарницкий. У нас в Магните 46-47 рублей. Да, Пашка сегодня ходила в магазин. Такие цены откуда они взяли? Я говорю, да ну нафиг. А еще он достал картошку, хотел почистить. Пипец. Взяли просто хлеб такой, который выпекают они. Вот это 28 рублей. Да, 28. С чем он идет? С отрубями на закваске. А этот с чесноком 54 рубля. Колбаски, ну это на стол. Я даже не хочу колбасу. Огурцы такие конченые, 99 рублей. Мандарины 118 рублей. Ну и все, больше ничего не взяли. Я хотела хурму, она там вообще деревянная. Но я думала, вот сейчас тоже как бы на стол, сейчас вечером поесть, она невозможно ее есть. Кошмар. Кошмар. Я же, да, речи потеряла. За 150 рублей в нашем Магните купила. Это что вообще? Пипец какой-то. Дорога не было. А мы только с ленты пришли. Конечно, если бы знали, мы бы заранее. Там бы дешевые купили. Я вообще в шоке. Где-то из-под низу там воды налил таз. Да хотя бы смывать, не знаю. Сейчас еще ведро воды наберут. Пусть сам встает в ванну. Я только вот так пододвину. Ну так вечерок. Вечерок так вечерок. Прислали опять смс, что в ночь сегодня, ночью ожидается ветер юго-западный. Подожди, как там? Порывы до 12 метров в секунду. 12 это мало. Тогда было 35-36. Там пиздец, это ветер был дружеский. Но это ураган уже, наверное, был. Угу. Что, Ставка, едет, нет? Конечно, едет. Ну, он уже как всегда в пяти. Он, наверное, на автобусе поехал, наверное, все быстрее. К пяти тоже. Да. Нет, с Вероникой? Там... Или с Настей? Я не знаю. Да, ну, нахуй, что он с Настей? Мне кажется, один, понимаете, Настя, наверное. Настя, чтобы коронавирус не разносил. Не, один, наверное. Я к тому, что что он пока... Иди руки помой хоть. Нет, чистые руки. Я водой там помылся, я весь мокрый. А, да? Хуяли он меня, блядь, сил нахуй. Шлангу так забегал, нахуй. Я давление открыл, он нахуй. Что, Савка? Ну, как кто еще? Ну, а кто еще? Чё? Чё? Ой, блин. Где встречай? Кого встречай? Славика? Славика. Славика. Чё там, кровь дверь подышит? Блять, мама, ты у нас какая-то авария постоянно, нахуй. Вообще. Сука, нихуя себе нас без воды хотели оставить. Не, набрать бы, я бы набрал бы, было бы. Дала перцы. А, ну, и да. И там вот она на день рождения мне дарила, она это, два куста перцев, один желтый, другой красный. А его садить можно? Можешь садить. Я хочу посадить. И они такие же будут маленькие. Я сейчас попью. Они такие красивые. Да, вообще. Да. Вот мне такой надо. Так, это вот на маску. Так, это что для давления этот? Что на флот? Ну, она давление, как считается. Есть, да? Наверное, у меня как раз, у меня же шибануло давление, капец. Ну, вот, я специально на дачу съездил сегодня, думаю, давление наберу, что на флот. Спасибо. Давай, так, эти товарищи пошли на балкон, Славка курить, Пашка не курит. А я между делом, блин, не могу тут приютиться, чайник тут все дела, я же чай пью. Черноплодку Славка с дачи позаботился о моем здоровье и давлении. Короче, поснимаю контент сегодня, ихних посиделок. Вот. Ну, это на Пашкин канал я загружу.
сегодня вечером. Че сам говоришь? Завод будет хранить. Я только чай таю, бухаю. Что-то долго они ходят. Я фарш пока жарю. У меня говядина и селенина, которую я вместе делала. Не знаю, что на гарнир. Не знаю, что подготовить. В принципе, есть лапша. Можно. Наверное, все уже не захотят лапшу. Так, что еще? Гречка есть. Рис есть. Можно, кстати, рис отварить. Или гречки лучше. Кстати, мне вот эта гречка, которую я набирала, мне очень понравилась. Она какая-то, знаете, не такая, как в пачках покупаешь, которые недорогих. Так она, в принципе, чистенькая такая, отборная. И почему-то, когда варишь, она получается крупная. Здесь варите ее 10-15 минут. В принципе, пачку здесь сколько, наверное, пакетиков 3. Отварить, да и все, завтра на работу тоже с собой возьму. Мне кажется, будет зашибись. Да, я, наверное, сейчас так и сделаю. Не знаю, что делать. В духовке что-то неохота заморачиваться. Так, знаете, делаю на скорую руку. Не дойду я до дома. А что так долго-то?